Так, я прибежал вот сюда, вот за наградой. И пытаюсь... Паскудство, найти вход. А через колючую проволоку она меня не хочет пропускать. Вот, короче, я плыву здесь. И я заметил, там есть проплыв какой-то. Так. И вон еще, кстати, он какой-то проход есть. Если это проход. Непонятная какая-то хрень. Так. Вот, проходик этот. Если это проходик. Сейчас мы ж... Да. Похоже, мы проплыли. И кажется, мы здесь уже бывали. Плывем дальше. Да, точно, вот. Точно, я был здесь. Был я здесь и смотрел на эту хрень. Ха, классно. Классный трудный взлом. Который взломается быстро. Вот так. Ну, тут был какой-то шлак. Великолепная сабля Сапахи. Ну, была у меня такая. Ну ладно, так чисто возьму. Мне везет. Второй ящик с трудным взломом взламывается буквально с первого раза. Ну, 330. О! Взмах крыльев, сборка предмета. Вот это мне интересует, да. Чертежи. Так, думаю, это что-то... Взмах крыльев. Воу. Так, а мачете это какое? Так, глубоко режет, средний эффект кровотечения, лучше не вставай, средний эффект контузии, классика жанра, средний. Ну, с каким это мачете? Замечательная мачете, блин, 301, да, просто даже не хочется тратить на это все дело. Молот богов. Замечательный тяжелый топор. Ну, интересно, к вашему, средний электрический. Такое. Так, меч ангела. Это отстойный. Это тоже все отстойное. Но сами улучшалки очень хорошие. Мне просто нету основы для них хорошей. Пока. Пока я не купил. Но скоро куплю. И яд бегуна. Тяжелый. К тяжелому топору, блин. Ну, вообще ни о чем. Реально ни о чем. Смотрите, третий ящик трудно, с первой попытки взламывается практически. Я просто... Инвентарь заполнен. Да, было бы чем его заполнять. Какой-то шлак один. Есть. Блин, что ты сломалась-то? Зараза. Есть.
Да. Самый сложный ящик. Да. Ну, по крайней мере, дали открыть эту дверь. И то хорошо. Эх, ничего интересного. С той стороны тоже ничего нет. Придется выплывать точно таким же образом. Но как-то не очень весело. Плыви сюда, плыви туда. У нас тут испытание для крутых парней. Давайте примем. Давай, греби! Надо четко попасть в эту зеленую полосу, буквально проплываешь чуть-чуть правее, левее, она не засчитывается. Такие вот дела. Еще от этой видимости, точнее ее отсутствия, глаза на лоб лезут. Мне не хватило буквально пару секунд в прошлый раз. Буквально промахнулся. Чуток промахнулся. Ребятки, я бегу там что-то найти, нужно было мэра, но еще я хочу. Там пять, где-то пять человек внизу, короче. Внизу где-то пять человек, и мне нужно что? Мне нужны гранаты, гранаты осколочные. Давайте ядовитые создадим. Проверим, как я работаю эти ядовитые. Интересно все-таки. Привет. Привет. Так, ну оружие тяжеловато, честно вам скажу. Запчастей мне как говна. Ну пока суть-то дело. Ядовитые гранаты, как вы поняли, полный отстой.
Вообще бесполезнейший. Где-то здесь торговец находится, да? Вот, через окошко барыжничает. Так, химикаты покупаем, марли покупаем, аптечки покупаем. В общем-то и все. Не знаю. Ладно, куплю еще это. Что у него есть такое интересное? Катана 373. Ну, 73 у нее владение. Классная тема, конечно. 409 урона. Вот замечательная мачете Танна. А вообще вот это мне нравится. 19 аж, блин. Знаете, вам эту гранату бесполезную. Опачки, очень знакомое было. Так, вот, найдите печать мэра. Смотрите-ка. В здание. Блин, такие открываются эти хрени. Бункер. Печать мэра найти. У этого оружия 5 ремонтов. Ну, да на тебе. То есть это реально в сумках должно быть, я так понимаю. Да, я же, когда их уже перепрыгиваю, я их оглушаю. Ладно. Идем по порядочку. Это классно. Ну, пока что оно как-то рубит, знаете. Не особо хорошо. Вниз лучше не спускаться. Или подождите.
Или мне нужно так и вниз? Нифига себе! Печать мэра. Оно еще работает? Так, ну, в общем, мы в компьютере нашли номер мэра. И сейчас пошаримся по вещичкам мэра. Что же он прячет у себя в кладовке? Готово. Все. И кому-то там нужно это все барахло отдать. Так, я понял, что внизу выхода нет, да? Ладно, вернусь туда, куда пришел. Опа! И быстренько нашли, даже почти не запутались. Так, в ускоренном темпе. Ух ты, горит что-то. Сюрприз! Блин, живым остался. А что вот это за сборище такое? Так, ну, мимо сборища нельзя просто так проходить. Нужно взять гранаты. Точнее,
приманки осколочные. Да, и гранаты осколочные. Инвентарь. И вместо фонаря ставим гранаты. Так, есть. Но чё-то не цепляет оно их. Ну и ладно. Не цепляет, так не цепляет. На людей действует это лучше. Так, осталось найти вход, да? А вот же. Где-то должен быть он. Так, странно. А, точно. Не понял. Wonderful. Promise to abuse this seal to the fullest extent of my corruption, which is considerable. Чувак, чувак, махинации делать. Old Town supports a very wealthy class of citizens. They knew the slum districts would exhaust their meager supplies, and that the wretched poor would then invade us like a wave of locusts. So you locked it up. The bunker is under the town hall. I can monitor your progress on the city services band. Radio me if you need some paperwork from the office of the mayor. I'll be generating reams of it.